Всем привет! Сегодня я буду готовить в духовке курицу с картофелем. Картофель я почистила примерно одинаковой величины, посолила, поставила варить. Как закипит, 10 минут покипит, и я воду солью. Курочка у меня порезана на порционные кусочки, вымочена. Где-то час в холодной воде я вымачивала в надежде, что все, весь пенициллин с нее ушел. Затем я ее посолю. Поперчу. И выложу на противень. Солнечного масла. И выложу. В таком виде я ее поставлю в духовку при 200 градусов примерно на 30-40 минут. Как раз пока картошечка у меня прокипела 10 минут. Я ее сейчас сажу на бушлаг. У меня примерно пол чайная ложка базилика. Добавлю 2 столовые ложки растительного масла и немного перчика. И этой смесью полью картошечку. Так немного стряхну. Курочка у меня простояла в духовке при 200 градусов 40 минут. Здесь у меня на тарелочке 8 зубчиков чеснока и 3 столовые ложки майонеза. Сейчас я сверху покрою курочку этим майонезом чесночным. И по краям выложу картошечкой. И затем опять отправляю в духовку уже до готовности, пока не покроется курочка и картошка и курочка. Блюдо мое готово. Посмотрите, какая курочка красивая получилась. Картошечка. Картошечка сверху получается корочкой. Внутри она очень нежная и очень мягкая. И очень вкусная. Я картошку один раз переворачивала, пока она с курочкой готовилась в духовке, чтобы она была в маслице. Дома стоит такой базилично-чесночный запах. Ну вот как бы на сегодня все. Что я хотела вам показать, рассказать. Если понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Рецепты у меня все простые, никаких сложностей. Быстро и легко, которые готовить. Благодарю за внимание. Всего доброго.